Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Математика. 6 класс». Авторы Мерзляк, Полонский, Кир под номером 52. Нас просят найти наибольшее двузначное число x, при котором значение выражения x минус 32 делится на целое 5. Итак, если это число двузначное, то в нем только две цифры. Оно наибольшее двузначное. Наибольшее двузначное число – это будет число, у которого первая цифра 9. Теперь нам нужно выяснить, сколько должно быть единиц в этом числе. Мы знаем, что все числа, которые оканчиваются пятеркой или нулем, они делятся на 5. Значит, разность должна делиться на 5, и значит, должна оканчиваться либо нулем, либо пятеркой. Мы отнимаем от x 32. От какого числа нужно отнять 2, чтобы получить на конце 0? От 2. От какого числа нужно отнять 2, чтобы получить 5? От 7. 7 больше, чем 2, поэтому в нашем числе должно быть 7 единиц. Итак, 97 – это наибольшее двузначное число. Удовлетворяющие условия. Проверим. Если мы от 97 отнимем 32, мы получим с вами 65. Итак, разность у нас 65, и 65 – это число, которое кратно 5. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео, а также заходите в наши группы в соцсетях.